Здравствуйте, меня зовут Даша Ефименко, мне 6 лет. Я живу в городе Ставрополь. Я расскажу вам стихотворение Михаила Владимирова. Еще тогда нас не было на свете. На конкурс дети читают стихи. Еще тогда нас не было на свете, когда гремел салют из края в край. Солдаты подарили всей планете Великий май, победный май. Еще тогда нас не было на свете, когда военной бурю, огневой судьбу, решая будущих столетий, вы бой вели, священный бой. Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы домой пришли. Солдаты мая, слава вам навеки, от всей земли, от всей земли. Благодарим, солдаты, вас за жизнь, за детство, за весну, за тишину, за мирный дом, за мир, в котором мы живем.